Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк. Продолжаем проходить Horizon Forbidden West. Так, чё, пойдем поговорим с Коталло. Коталло. Снежище прям такое идет. Требует встречи с предводителем клана. А разве шерифы еще остались? Мы защищаем путь на гору, где крылья десятых найдут нас. Ладно, шериф, я спущу подъемник. Пошли. Он тут ждул. Это что, Коталло? Зачем он привел чужеземку? Блин, как сажусь дописывать, начинается какая-то херня, блин. Последний шериф. Честь и сила. Дай-ка я скушаю. С надами. Чего тут есть? Покажите свои товары. Гроза лучников Азерам. Сборщик Тару. Сравните. Двадцать. 38, блин. Огонь минус 17. То есть я от огня, что ли, урон такой получаю? Или наоборот? Тут еще есть от электричества защита, кислоты, еще чего-то от плазмы 25, критическая атака плюс 1, лимит ловушек плюс 1, урон в ближнем бою плюс 1. Интересно. 5, что ли? Что-то у меня так мало осколков, ё-моё. Давай возьмем. Пусть будет. Так. Спирали выкупить. Что я могу продать? Одежду ему какую-нибудь продать. Охотник. Шепчущий Утару. Лечение бесшумной атакой. У каждой, блин, одежды свои преимущества, понимаешь? Че ее менять, как перчатки? Ладно, ничего не буду из одежды продавать. Спирали можно какие-нибудь продать, зеленые, например. Почему бы и нет? Все равно зеленые не ставлю. Вот забирай. Так. Ткани есть у меня даже еще какие-то.
А, ну ткань это на броньку как раз таки ставится. Так, инструменты не продаю, ресурсы. Так, может, ладно. Даже не доберешься до вершины. Да уж, как они нам рады. Чужеземка и шериф коллега. То еще зрелище. Все как там, где я росла. Так и не решила, что хуже. Когда меня сторонились или когда стояли и глазели. Сейчас лучше бы сторонили. А что, может, одеть эту, блин, броню-то? Одежду. Гроза лучников Азерам. Ты там купил-то, блин? Аж синяя была. Это я, по-моему, купил. А, нет. Раш Нора. Чё я купил? Здесь так. Я ее не купил, получается. Ай, дурацкая тут херня, там надо было купить и применить, что ли, что-то такое, блин. Ну ладно. Давай, говори со мной. Мы пришли к Такоте. Пустите. Вернулся сын клана Небесников. Во славу десятых. Твой вождь приказал немедленно отправить участников на Кульрут. Мы прибыли, чтобы сопроводить ваших до рощи в безопасности. Ясно. Регала сильно потрепала вождя, раз ему пришлось прислать вас двоих. Она сразила груду лучшего воина Регалы на посольстве. Она билась с честью. Мне хватило ума держать солдат в стороне. Вот и сейчас предпочту оставить своих дома. Если уж драться, то здесь, за родные стены, за наш клан. Стена не защитит вас. Регала умеет управлять машинами. Они уже у ваших дверей. Да знаешь ли ты, сколько битв выдержал Вал? Эти камни видели много крови. Я знаю, что он не должен был стать щитом для труса. Когда-то ты был воином. Когда-то. Передай Хикарро со всем уважением. Мы оставим наших участников дома. Ведь здесь... За балом мы в безопасности. Я предупреждал. Говорить с ним бесполезно. Придется его убить. Будет нелегко, вокруг его люди. Ты вообще слушаешь? Ведь здесь за валом мы в безопасности, сказал он. Жди здесь. Надо осмотреть эту стену поближе. Что? Зачем? А затем, чтобы он в безопасности не был. Сейчас мы ему покажем, блин, безопасность. Так, доберитесь до основания вала. Пробирает до костей. Так и я про то же. Почему нам одежду-то не продали? Меня это бесит. Где этот торговец грёбаный? Как мы сюда пришли? Вроде недалеко шли, шли и пришли. Нападут твои враги. Честь тебе. А где торговец-то? Хрена не понял. Интересно, что она хотела. Так вот, когда мой отряд патрулировал. Мы же здесь поднимались.
сыграть я не хочу. Во, вот здесь он. Ты чё мне не продал эти одежду, козёл? А нет, продал гроза лучников озерам. Заглядывай снова, как будешь. Я ее уже одел. Гоню, короче. Ладно, пошли. Подожди, мне вниз куда? Стена может быть и не такой прочной, как считает Текота. Да ясно, Кейс. Надо спуститься к основанию и осмотреть его. Сейчас осмотрим. Костерчик вот откроем заодно. Оп. Так, чё, куда? Чё ниже куда? Входи, поторгуй. Поторгуй. Отшили тебя, чужеземка? Отшили. Ещё посмотрим. Отшили меня, отшили. Так отшили, что копейки. Мне нужно немного отойти от стены, чтобы её просканировать. Да-да-да-да, сейчас просканируем. То мы вас будем отшивать. Так, просканируем стену. Что мы видим? Древние как обломки. Я и думала, там есть что-то металлическое. Но эти валуны мешают сканировать. Подобраться бы поближе. Но как? Похоже, я смогу забраться на левую часть стены, рядом с водопадом. Да? Ты думаешь? Я вот думаю, что я не смогу туда залезть. Блин, темно стало. Ладно, пошли. Ага, вижу, вижу. Откуда течет эта вода? Откуда, откуда? Сверху откуда-то? Вода затекает в стену. Может, там отверстие? Если это не сделано, они подадутся. Опачки. Смотрите проход. Давай осмотрим, что у нас тут. Ой-ой-ой, тихо. Что у нас тут интересного есть? А теперь просканирую танк еще раз. Это танк? Ядро питания. Вот бы взорвать его. Но как? Ладно, тут ничего не сделаешь. Надо найти каталу. И все, что ли, блин? Я думал, сейчас что-нибудь сделаем. Саботаж какой-нибудь. Она просто говорит, ну ничего не сделаем, пойдем с катала поговорим. Интересно, да. А вот и я. Полетели. А где он? Он же там остался. А он уже здесь. Ты сказал, что он не пошлет участников, пока они в безопасности за валом. Так? Не напоминай. Надо сокрушить вал. Ты там головой о камни ударилась? Я серьезно. В стене застряло что-то из мира притеч с ядром питания. Можно взорвать его, но надо пробиться через слой камня и железа. Даже если это и правда, мы не справимся без орудия. Точно. Ты же говорил, что мятежники снимают такие с машин в долине. Пошли. Нет. Я не стану участником подобного безумства. Хикаро приказал помогать мне. Ты ослушаешься его, как тот навозник с горы? Пошли, давай. Это было грубое сравнение.
Пойдем оружие. Возможно, у мятежников лагерь на северо-востоке. Раздобудем. Нападем на них на всех вдвоем? Вроде того, да. Мозгов у тебя мало. Хорошая идея. Кстати, один воин без руки. Вы с такой-то так разговаривали. Мне даже показалось, что между вами вражда. Так и есть. Если сработает, ну, это твой план. Может, расскажу. Ловлю на слове. Шкура снежного барана. Так, что там большой лагерь-то, интересно? Ну, наверное, не маленький. Ничего, справимся. Нашей тактикой. Мы приближаемся к месту, где видели мятежника. Опа. Так, похоже, мятежники раздобыли оружие посильнее. Ого. Давай! С остальными. Тогда вперед. Я не хочу с мамонтом драться, блядь, ты чё? Убить исполина. Пожалуй, стоит взглянуть, не найдется ли какой способ победить ту машину. Вот это жесть. Визор мне поможет. Отряд, подъем! Скоро выдвигаемся! Она не любит холод. Небесники, в поду! Холод, говоришь, не любит. Кобздец, блин. О, моё, блин, иди сюда, тварь. Сейчас еще примерзнешь больше. Дай-ка мне вот эту. Опа. Она не любит холод. Чего у меня с холодного есть? Да нихера. Она не любит холод, она не любит холод. Инвентарь, оружие. С оружием тут, конечно. Хрень полная, блядь. Морозильная, взрыв пороща. Куда мы тебя поставим, морозильная, взрыв пороща? Тебя поставим сюда. Да. Сюда поставим. Блин, мне бы этих перебить, конечно же, сначала. А то и с мамонтом драться, и с этой тварью, блин. С мамонтом, это уж чересчур. А блин. Чтобы ее взорвать, нужен подходящий снаряд. Подожди, давай отметим этих всех. Так, раз, два. Сколько у вас там вообще людей? Штабель бревен можно прокинуть. Точка зацепа. Так. Что делаем-то? Прокрадываемся сюда потихонечку. Простая задачка, я вам скажу. Так, мне надо камни. Ты что делаешь, блин? Это ж камни. Да, блядь!
Ладно. План Б. Я там с камнями разбирался. Они ушли, но могут вернуться. Ты сюда, блин, задолбал. Какой ты, а? Они приближаются. Кто приближается? Кто приближается? Кто ты гонишь? Кто не приближается? Там еще и секачи есть. Это баллиста, мощное оружие. О, кстати говоря, там, блин. Может, с нее шмальнуть? Если выстрелить сюда в нужный момент, можно резко повысить свои шансы. Ё-моё, блин. Сейчас, чувствую, будет как съест. Подожди, может, секача приэтовать? И чё толку? Он туда не пойдет. Жалко, сохраниться нельзя в тот момент, в который ты хочешь. Это чё, блин, дадим жару. Огонь. Ага. Всё. Снаряды кончились. Что-то быстро они у тебя кончились, блин. А, так он привязанный пока что. Но это пока что. Надо найти хорошее местечко, откуда можно будет в него шмалять. Это что за херня? Так, это что? Это мороз у нас как раз. А, емкость с водой. Это что у нас валяется? Моя рука к нему примерзнет. Морозильный бурдюк. Так, дай-ка мне высокоточный лук. Сейчас попробую. Ну, блядь, в шлеме. В шлеме, блин. А я сбил шлем. Шлем сбил. Так, там еще один ходит. Ну, в принципе, это последний, мне кажется. А морозильный бурдюк я не могу обултать. Кто меня палит? Слон? Мамонт? Так, еще один остался. Его тоже надо как-то нахлобучить. Спокойно. Он вышел. Гребаный кибастос. Жди, а где это-то сидело у нас? А, вон там наверху. Может, туда залезть? Оттуда шмалять по нему. А ты что не зацепилась-то? Ой. Ай-яй. За бурдюком спрячемся.
Как мне туда залезть, блин? Сюда идем. А, так надо его, наверное, блин, сбить. Сука. Отомстим за павших шерифов! Все, блядь, зря ты это сделал. Я не могу по нему попасть, он шатается как говно, блин. Подожди ты, блин. Ё-моё, да беги ты! Герой, не занимайся. Какого хрена, блин? Подожди, там что еще были люди, что ли? Точно, да. Ты, может, расправишься там с ними? Зачем я тебя послал сюда? Плохо, блин. Да. Ты его чем вали? Сука! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ты что такое было? Это без матов никак. Серьезно. Все тебя лупят, блядь, кроме того, как кроме тебя, блядь. Спокойно, тварь. Этот бесполезный, блин, его уже завалили там. Как бы мне всадника сбить, а? Сука. Ай. На, тварь. Ай.
Лед сделал ее хрупкой. Да давай ты, блин, не застревай. Какая перезарядка, мать твою. В принципе, не так уж и сложно, блин, заморочно. Нелегко будет тащить до самого вала. Давай. Может, я и калека, но спина у меня крепкая. Блин, думал, куда он ее дел. Подожди, что там, ничего в них не было, блин. Полутаться-то. Это что такое? Пушка лиходея. Знаешь, ты отлично сражался. Не думал, что мы выживем. Можно было пушку лиходея взять. Я ни хера не вижу, как обычно. Только потом уже. Думаешь, орудие? Правда справиться с задачей? Ну, скоро узнаем. Так, что, есть еще кто-нибудь? Или что-нибудь? Интересненькое. Фига нету, да? Вот это что такое? Точка зацепа. Ладно, пошли отсюда. Бежать-то сможешь с этой пушкой? Вроде бежу. Побежали. Плохо, что с этого напарника нельзя с собой посадить на машину. Тут прикольно было. Раз посадил, доехали вдвоем. Оно же огромное. Что-то буря опять какая-то. Как холодно. Холодно-то, блин. Давай что-нибудь другое оденем, раз тебе холодно. Или ты не из-за этого мерзнешь? Ай, блядь, инвентарь прогружается 200 лет. Страж Нора. Теперь потеплее стало? Или нет? Давай, стреляй, Каталла. Вернитесь к валу. Вернулся. Мы на месте. Но одного орудия мало. Тебе нужно чудо. Сейчас будет. Использовать. Так. Сперва отстрелю камни, защищающие топливные элементы.
работает! Ничего не взрывается. Поглядите, детишки играют в осаду. Надеюсь, вы не оцарапаете мой вал. Слышите, не позорьтесь, уходите и оставьте бедную гору в покое. Твой последний шанс, Текоте. Ответь на призыв Хекаро. Ты не понимаешь, это ваш последний шанс. Иди прочь, дикарка, живо, и калеку с собой забери. Больше не спрячешься за стеной, Текоте! Придется послушать Хекаро! Нет! Ни за что! Мы ее восстановим! Сейчас же! Вы в безопасности? Вал не может защитить вас от одной пушки! Не говоря уже об армии машин! Единственное спасение для вас — объединиться с вождем против Регалы! Ты сказал, что не пошлешь участников, пока клан в безопасности за этим валом. Придется их послать. Или твое слово ничего не значит? Отправьте. Не расслышал. Отправьте участников. Я надеюсь увидеть цвета небесников на арене. Отлично, шериф. А что будет с поселением? Научиться жить без своей стены. Это лучше, чем жить вдали от племени и быть пешками в глупых интригах Текоте. Но если переживаешь за них, поговори с Герой, духовницей клана. Она подскажет тебе, кому нужна помощь. Да, я попробую. А мне пора в путь. Хикару ждет новостей. Увидимся на Кульруте. Хорошо. Там нам тоже чудо не помешает. Сломаны небеса. Попробую подняться наверх, посмотрю, как они там. И найду духовницу Герру. А, ну нам надо. Нужно еще запастись припасами перед возвращением. Двадцать третьего уровня. Так, я не хочу туда подниматься, блин. Если только купить что-нибудь. Например, комплект быстрого перемещения. Доберитесь до рощи памяти. Не, погнали, блин. По сюжету мы пойдем. По сюжету. Костер есть у нас тут. Потому что выполнять все эти задания, это капздец, как долго будет. Это еще, блин, 2 месяца. Полтора точно. А пора бы ускориться. Много еще других игр нас ждет. Поэтому идем по сюжету. Долго-долго загружается. Во, 230 шагов.
Вот это другой разговор. Так, а здесь же тоже торговцы должны. Она с нами. А, нет, пропустите. Это же не лагерь. Чужеземка, вождь Хикара и шериф Катала ожидают тебя. Хорошо, хорошо, я уже понял. Еще по ним не ожидали. Скоро начнется. Когда он закончится, я смогу попасть в комнату под троном Хикару. К эфиру. Странница, вождь ждет тебя на арене, за тронным залом. Спасибо. Спасибо, ребята. А вот это я сканировал. Экспедиция от Деллахойе. Понятно. Похоже, это путь к арене. Похоже, что так. Да блин, сколько тут этих носителей данных? Я не буду читать. Кому интересно, почитайте. А кому не интересно, тоже не почитайте. Это была другая часть здания. Опа. А теперь площадка для боев. Посмотри на них. Это пригодится. Ты там взял шериф Тенакт какой-то. Одежду, что ли? Точно, блин. Шериф Тенакт. Тяжелое оружие. Плюс один. Повреждение брони. Лечение при низком здоровье. Защита при низком... Ох, ёп. Но... Не знаю. Не знаю, не знаю. Так, ладно. Элой. Похоже, ты сдвинула горы, чтобы повергнуть небесников на землю. Буквально. Катала помог. Да. Текоты поставили на место на глазах у всего клана. Вы отлично справились. Но теперь главное Кульрут. Кто-то пришел сражаться, кто-то посмотреть. Знают, что Регала объявится. Я выполню свою часть уговора, если ты не забудешь о своей. И какой у нас план? Катала. Есть два пути наступления на арену. Через тронный зал и по тропе с севера. Мы везде поставили заслоны. Но если Регала приведет на Кульрут машины, ей придется атаковать со стороны тропы. Встанешь с нашей обороной там. Отбей атаку, и у меня будут шерифы. Выполнишь свою часть уговора и получишь обещанное. Если что-то нужно, подготовься. Когда начнется Кульрут, назад дороги не будет. Роща, арена. Все это части одного древнего здания? Да. Это место, посвященное подвигам десятых. Памятник их жертвам. Жертвам? Видения говорят, что на этой самой земле они отдали свои жизни в бою против машин. Здесь в их честь мы и проводим Кульрут. Я знаю, где буду я. А вы двое? Я буду здесь с вождем, как полагается. Если враг доберется до нас, мы отомстим за наших павших воинов. Если до этого дойдет. Наша оборона крепка. Так, я пока не готова. У меня есть еще дела. Ладно. Так как это самое? Что нам там понадобится? Нам понадобится нитимет однозначно. И ловушку. Ну, растяжек и ловушку понаставить. Так, оружие. Электрический взрывострел, блядь. Стоит у нас. Нитимет электрический. Нитимет пламя горного.
Ударный шпамет. Так. Выбрать. Да, мы его поставим вот сюда. Обратно. Угу. Так, ну и в принципе можно будет начинать этот бой. Но это уже будет в следующий раз, дорогие друзья. На дозорной башне это же не все быстро. Готово? Да. Все готово. Скорпионов готов. Хорошо. А на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.